15 февраля отмечается 34-я годовщина вывода советских войск из Афганистана. Для тех, кто служил в Афганистане, эта дата является одновременно праздничной и трагичной. 15 февраля 1989 году последние подразделения ограниченного контингента советских войск вернулись на родину. Как никогда эта тема актуальна и в наши дни. В конфликте также принимали участие вооруженные силы правительства Демократической Республики Афганистана с одной стороны, а вооруженная оппозиция маджахеды и душманы с другой. Маджахедам оказывали поддержку военные США, ряд европейских стран, НАТО, а также пакистанские спецслужбы. Ограниченный контингент советских войск в Афганистане составлял 100 тысяч военнослужащих. Всего участие в боевых действиях приняли 546 тысяч советских солдат и офицеров. 15 февраля 1989 года из Афганистана полностью были выведены советские войска. Выводом войск 40-й армии руководил последний командующий ограниченным контингентом генерал-лейтенант Борис Громов. Солдаты уходили из Афганистана среди цветов, улыбок, отдавая последние почести павшим. До сих пор откликается болью бушевавший некогда конфликт, навечно оставляя в памяти подвиг наших ребят. Сегодня наша программа «Улица спортивная» посетила спортивные соревнования по карате Киокушинкай, посвященные этой дате – день вывода нашего ограниченного контингента войск из Афганистана и ко дню защитника Отечества. Как и все соревнования, начинаются с парада открытия участников состязаний. Приветственные слова высказали организаторы соревнований и почтили память минуты молчания погибших наших солдат. И сегодня знаково так сложилось, 12 февраля с гордостью, доблестью и честью выходил гвардейский 350-й парашютно-десантный полк 103-й Витебской дивизии, в котором я проходил свою срочную службу в Афганистане. И пользуясь случаем, я хочу передать привет всем своим боевым друзьям, поздравить, ну, можно сказать, с праздником, пожелать всем крепкого здоровья, бодрости духа. И здоровья, здоровья, здоровья. Будьте здоровы, шурави. Для детей, конечно, эта дата – дело второе. Сейчас главное – победить в соревнованиях, которые тоже что-то значат в их жизни. Киокушинкай считается одним из самых трудных и жестких стилей карате. Киокушинкай карате – очень зрелищный вид спорта. Поединки проводятся в полный контакт, без защитного снаряжения. Единственное ограничение – это запрет ударов руками в голову. Такие бои неизменно привлекают на соревнования по карате Киокушинкай большое количество зрителей и, конечно, молодых спортсменов. На данном турнире принимают участие 156 детей и порядка 20 спортсменов взрослых. Данный турнир является отборочным на первенство и чемпионат России в Москву. Спортсмены, которые занимают первое, второе, третье, четвертое места, автоматически попадают в сборную области и имеют право представлять нашу область в Москве на чемпионате России с 23 по 25 марта. Данный турнир является первым турниром вообще по новой дисциплине Киокушин. Дисциплина была образована в прошлом году, и этот турнир, надеюсь, будет уже разрядным. Самые первые разряды в этой дисциплине будут получены именно на этом турнире. Первый взрослый, по взрослым, кандидаты в мастера спорта. То есть с февраля 2023 года на этом знаковом турнире появятся первые КМСы в нашей копилке, нашей области. Главное, что такие соревнования несут как спортивную составляющую, так и патриотическое воспитание молодого поколения. Это была «Улица спортивная». До свидания.